Привет, друзья! С вами снова Neos. И сегодня я хочу показать вам еще одного читера, которого я заметил в режиме против всех. Вот, я спустился сюда под этот мостик неспроста. А если вы заметите, вот внизу, там, где протекает речка, есть некто в инвизе. То есть у нас вот я и еще два игрока на поле. Один вот enemy 6, и один выйти в речку. Я пытался к нему спрыгнуть, чтобы как-то, может, увидеть, добраться до него, посмотреть ник. Но, понятно, я самоуничтожился и ника не увидел. Вот. Я сейчас попробовал, может быть, еще как-то к нему добраться. Еще один раз. Взял титана. Вот. Но тут мне надо будет убить вот enemy 6, чтобы увидеть, потом уже заняться этим читером. Вот, он так грамотно спрятался за укрытием на своем артуре. Поэтому, чтобы по нему попасть, нам нужно будет стать выше его. Давайте залезем повыше. Вот. А в то же время, видите, читер постоянно в инвизе. То есть у него инвиз как на локе. Он не имеет срока, так сказать, действия, да? Он постоянно идет. В общем, давайте добьем этого enemy 6. Попробуем еще раз каким-то образом читера этого заприметить. Вот он в инвизе, да, вот остался я и он на поле. Никак я не могу, к сожалению, ни способностью Ноденса его никак захватить, зацепить. Вот. Я вот тут пробовал, может быть, как-то спуститься, цепляясь пушками за обрывы. Вот, может быть, чтобы поближе и не полностью упасть туда. Ну, вот, что может рассмотреть его. Вот. Давайте посмотрим, получилось ли у меня это или нет. Я пушки повернул, как бы цепляться за какие-то уступы, но я упал к читеру, так и не зацепившись ни за что. Вот. Потом, и тут я решил уже просто не брать робота, так сказать, дождаться окончания битвы, чтобы посмотреть в финальной таблице, да, как ник этого читера. Давайте посмотрим таблицу. Вот. Так, у нас три чека, ведь не имеют места. Четвертое, пятое, шестое. Это кто-то один из них. Я думаю, что это вот этот бесклановый игрок. А что мы делаем на читеров правильно? Жалуемся, использовал читы. Ну, на всякий случай, пускай проверят, наверное, и вот этого Iron Manbug тоже. Вот. Но я думаю, что это точно не вот этот последний, потому что я видел, как он в самом начале битвы самоуничтожился просто и вышел из битвы, едва увидел мою бочку. Так что это точно не игрок из клана СК, то есть скифы. Скорее всего, что это бесклановый. Вот, я так думаю. Давайте введем его для статистики. Все, всем спасибо.